С 28 октября на территории Подмосковья для жителей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, действует режим самоизоляции. В случае необходимости за помощью можно обратиться на единый короткий номер 122. Предусмотрена доставка продуктов и лекарств, вызов врача на дом и запись на вакцинацию. Также операторы региональной горячей линии могут проконсультировать о мерах социальной поддержки, предусмотренных выплатах и льготном проезде.